Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду Победы готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу. Вольно! Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, наши уважаемые зарубежные гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед. И навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной нравственной высоте. В этом году традиционные торжества в честь Победы проходят в России 24 июня. Ровно 75 лет назад, в ознаменование окончания Великой Отечественной войны, здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью. От имени всех защитников отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамена и штандарты нацистов, как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения. По Красной площади прошли сводные полки фронтов и флотов. И в их чеканном, стальном марше незримо присутствовали все. Все, кто отважно, не жалея себя, бился за Родину, кто с победой вернулся домой, и миллионы воинов, навеки оставшихся на полях сражений. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришел с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных и друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас. Объявляется минута молчания. Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье.
Они боролись и трудились по законам мужества и единства, отстояв свою землю, продолжали сражаться, освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии. И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не стань на его защиту Красная Армия. Ее солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине. Наш долг – помнить об этом. Помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом. В 1941 году свыше 80% вооруженных сил Германии и ее сателлитов были сосредоточены против СССР. Но эта безжалостная армада оказалась бессильной перед сплоченностью советских граждан. Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более 600 дивизий врага, уничтожил 75% от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника. И до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь. В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. Мы обязаны ее беречь и отстаивать. Передать нашим детям, внукам и правнукам. Сегодняшний военный парад в честь этой священной правды. В честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны. Сейчас вместе с российскими воинами пройдут в парадных расчетах представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Рады приветствовать наших друзей, гостей из разных стран, приехавших в Москву, чтобы отдать дань уважения всем, кто отстоял мир на планете. Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближение победы. Значение Второго фронта, открытого в июне 1944 года. Чтим отважных бойцов вооруженных сил всех государств антигитлеровской коалиции. Подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы. Мы знаем, и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность – человек. Его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь. Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки. Среди них создание общей надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз. Дорогие друзья, сегодня ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах, но невозможно разделить их единый великий подвиг спасения целых народов от гибели, варварства и порабощения. Этот подвиг безо всякого преувеличения является достоянием всего человечества. Наша благодарность вам, дорогие ветераны, безмерна. Своей жизнью, своей судьбой вы доказали, как важно уметь защищать ценности мира, гуманизма и справедливости. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы память о ваших героических свершениях никогда не померкла. Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим. Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Отечественной войны!
Ура! Сегодня мы рады приветствовать на параде Победы военнослужащих армий стран Содружества независимых государств и дружественных стран. На Красной площади подразделения бригады миротворческих сил Азербайджанской Республики возглавляет парадный расчет майор Самик Мамедов. Через горнило войны прошло свыше 600 тысяч азербайджанцев.